В конце 19 столетия Ливорно называли Монте-Катини Альмары, и все газеты описывали светские наслаждения купального сезона в Ливорно. В течение лета на фоне голубого моря и ярких лучей солнца сверкали драгоценные камни на шеях богатых дам и сабли молодых офицеров, которые по любому поводу становились дуэлянтами тайно на рассвете в парках. Все новости и сплетни узнавали по утрам, и при появлении дуэлянтов поднимался взволнованный шепот под шум моря. Buongiorno, signor Cesare. Ciao. Come va oggi? Allora, oggi è un grigio, sole un po' abbandonato, però è un bel grigio luminoso, per cui si lavora bene, è un bel freschino. Il tamericcio ha dei colori particolari stamattina. Io ho tamericcio e cos'è? Il tamericcio è questa perino lì. Si chiama tamericcio. La tamerice qui hanno portato tutto in maniera quasi selvaggia, non è rimasto più nulla. Comunque, è proprio per metterlo sulla tavoletta, proprio quel, vedi quell'alberino lì, è solitario, però mi piace. Signor Cesare è самый интересный художник в Ливорно. И сегодня он запечатляет очень красивую панораму. Это место называется Ротонда. Ротонда. Questa è la penita della Ротонда. Grazie Cesare, al saluto. Ciao, grazie a te. Проводила большую часть своего времени. Квартал Ардензе считался аристократической зоной, где был открыт ипподром, первые в Италии городские купальни, игровой дом с летними